Всем привет, народ. Сегодня у нас 27 мая. Ой, блядь, мая. Июня. Уже первый месяц лета проходит. Ладно, едем мы на ЖД вокзал. А встречать поезд. Дильмурат. Привет, Дильмурат. С Новосибирска отправил мне волну самцов. 9 или 10 самцов молодых. И этот, вот сейчас едем встречать поезд. Москва-Владивосток, проходящий, забирает наших попугаев. Так что утро, 6 часов утра. Уже автобусы ездят. Автобусы ездят. Прям реально 6. Поезд. Поезд без 20, что ли, без 10. Вот видите, 6:05, да? Поезд без 10:07 на вокзал. Вот всего стоит 2 минуты, вот надо проводнице забрать наши попугаев. Ну все, едем. Погода сегодня чудесная, жара будет за 30 градусов. Если официально объявлено там 31-32 градуса, то я представляю, сколько будет на самом деле. Так что будет очень жарко сегодня. Сейчас приедем, потом пойдем погуляем. Ну ладно, все, сейчас будем подъезжать к вокзалу. Там видно. Все, приехали мы на вокзал. Вон, наш вокзал ангарский. Температура сейчас 6:21 время. 18 градусов. 6 часов утра. Вот такая у нас жарища сейчас будет. Пойдем. Ну все, пойдем встречать поезд. Кто прибывает на первый путь от перрона? Выход на посадку через второй этаж вокзала. Все, встретили попугайчиков. Вот так мне их Дильмурат отправил в клетке. Вот морковку, как вода, поилку. Ну, эта проводница доливала воды. И корм внутри, видите как. Ехали 1.5 суток с Новосибирска. Все живы-здоровы. Один взрослый самец, остальная вся молодежь. Его сейчас поставим в паровку. Так что вот так получили. Вот еще нам Дильмурат отправил рис. Полный пакет. Это со Средней Азии рис, будем делать плов. Спасибо тебе большое, браток. Так что все, поехали домой рассаживать птицу. По этим вольер сейчас запустим, пускай привыкнут. Самца потом самочкой отделим в клетку. Ну и все, у нас свежая кровь. А то в ангарске у нас за время моего держания здесь попугаи волны уже, я думаю, весь ангар все равно в моей птице, сколько у меня покупало, ой-ой-ой. Сейчас даже если купишь эту птицу, она, возможно, этой же крови, которая у меня. А это уже 100% новая кровь. Поэтому все. Птица для разведения у нас есть. Теперь будем на следующий год очень много разводить. Ладно, все, поехали домой. Надо птичек высаживать в вольеры. Попугайчики молодые, вот они, сейчас 5-секундный карантин пройдут. Паразитов нету, птица чистая. А остальную болезнь, ну, если француз, не дай бог, то его сейчас не вывезешь. А остальная там понос, ой, это все лечится. Поноса нету, все чистенькие, все здоровенькие. Сейчас каждую поймаю, каждого осмотрю. И, конечно, опасно немного. Главное, чтобы не было паразитов. Это очень опасно, паразиты. А остальное все ерунда. Все, ладно. Сейчас переловим и потом покажу. Двоих окольцевали, потому что это взрослый самец. Он у меня есть похожий на него. Он там сидит, чтобы потом не перепутать. Его мы на днях уберем. Пускай он, может, выберет себе самочку. Уберем в клетку отдельно. Давай. Он капец ручной.
кстати, вон. О, кольцо хочется нашло. О, как будто он здесь 100 лет жил. Сейчас он, еще тот чувак, сейчас пойдет к самому кольцу. Кольцо пытается снять. Что-то нацепили на меня. А чувствую, да, что-то с ноги есть. Ничего, ладно, привыкну. Ну, так что вот такие у нас дела, пополнения. Теперь у нас есть попугаи, самцы совсем новой крови. Будем теперь размножать несколько лет. Ну, а так вот, можно, есть знакомые проводники. Так что можно покупать с Москвы до Владивостока. Можно этот... Переправлять. Есть знакомые проводники. Вот так у кого-нибудь закупать для приличия свежей крови. Будем вот так работать. Так что, Зимурат, спасибо тебе еще раз, браток. Птица очень хорошая. Ну все, всем пока. Скоро увидимся.